Здравствуйте, дорогие подписчики моего YouTube канала. С вами Константин. Мы продолжаем проходить One Piece Pirate Warriors 3 на PlayStation 4. У нас прошлая серия с вами выдалась такая гигантская, ну, по крайней мере, для меня. Потому что последнюю миссию, которую мы с вами проходили, я прошел всеми доступными персонажами. Мне, кстати, там писали, почему за Усоп не прошел. Усоп там недоступен, собственно говоря, потому что он как бы ушел из команды. Ну, по крайней мере, пока что по сюжету. Вот. Ну что, давайте, в принципе, продолжать. У нас, я думаю, будет сегодня интересная серия. Называется Feast of Love. Вот, рекомендованный уровень 26. То есть я даже не буду поднимать уровень своим персонажам. У меня и так все максимально, потому что сейчас я их все зарядил вот на этой вот миссии. Поехали. И у нас теперь есть двойная коронка. То есть новая сила, которую мы получили почти за всех персонажей в прошлой серии. Сегодня мы будем играть за Зеро. Так, помните, я говорил, что у меня костюмчик новый появился? А, нет. В этой миссии я не могу его менять, не знаю почему. Ну ладно, не могу, значит не могу. Так, давайте посмотрим, что тут можно раскидать еще. Так, ну что-то там прибавилось. Куда и что прибавилось, я не знаю. Вот, Китэцу. То, что мы играли за Зеро, то есть мы получили Китэцу, у нас есть новый меч. И вот у нас теперь новая короночка. Ну, в принципе, все. Я думаю, уровень поднимать мы не будем. Какой у меня там уровень-то, кстати? 30-й. Блин, за глаза. Я напомню, что мы играем на харде, то есть сложность я по-прежнему не менял. Ранее доступные миссии, то есть ранее миссии первые я обязательно перепройду на увеличенной сложности потом. То есть первые две, потому что я играл на нормале. А остальное уже как-то так. Итак, ну что, давайте посмотрим. У нас какая-то новая интересная глава у нас теперь. Здесь идет продолжение истории Water 7, и то, что у нас стало, соответственно, то, что мы потеряли гонку Мэри, теперь Фрэнки должен нам сделать новый корабль. Ну, по крайней мере, он обещал сделать нам корабль мечты. Ну и, соответственно, не при помощи всех этих плотников, которые тут Айсберг и все остальные Нгалейла, которые обещали нам сделать новый корабль, помочь ему. Вот. И Луфи, соответственно, сейчас должен разобраться вместе с ну, надо все-таки Усоп-то обратно вернуть. Как же мы без Суги Кинга-то? Проснись, Луфи, о, гарп! Как тебе этот дед нравится? А, больно! Больно? Да это всего какой-то пинок. Для резинового это не удар. Монки Ди Гарп. Не имеет значения, кто ты перед кулаками любви. А, кулаки любви, Фисту, да, точно. Дед? Дед! Стоило мне на секунду отвернуться, как ты учудил нечто такого. Это все из-за красноволосого. Шанкс спас мне жизнь. Не говори о нем так. Как ты смелаешь так разговаривать с дедом? А, прости. Это нехорошо. У нас, похоже, нет шансов драться с этим стариканом. Что же мы тогда будем делать? Дед его еще тот чудило. Такой же, как и Луфи. А, говорит, он уснул. Так, все, давайте сваливать отсюда. О, кажется, я задремал. Где Луфи? О чем мы говорили? А, то есть мы теперь будем от дозорных убегать. Нам немножко отклонили, соответственно, сюжет от анимешки манги. Вот, здесь мы будем драться против Гарпа. Но я так полагаю, бонусом наверняка здесь будет Усоп, который японский бог надо вернуть. Японского бога. Сами знаете почему. Итак, ну что, все персонажи, мы играем за Зеро. Целая куча, карта довольно-таки большая. Почему-то пока что открыта только половина карты, пока не знаю почему. Давайте дальше. Что у нас в треже ивенте? Итак, уничтожить всех дозорных, максимальный лимит. И здесь нужно кого-то победить, но неизвестно кого, но я, кажется, догадываюсь кого. Хорошо. Battle Preparation. А, ну, в принципе, здесь ничего не нужно, коинты мы раскидали, уровень... А, нет, вру. Скиллсет. Давайте посмотрим, что у нас тут вообще есть. Я бы стилиш, между прочим, бы сделал. Специальная атака. Атаки увеличивают. Нет, вот это... Давайте, наверное, сейчас все поскидываем. И поставим все заново. У нас действительно есть еще некоторые новые способности. Как после... Так, Стилш, Кизуна Панш. Во, Hero Strange. Вот это вот мне очень нравится эта штука. Увеличение урона после каждых 500 убитых. То есть прям вообще.
Атаки увеличивают уровень моей жизни. Вот это давайте. Quick Charge. И вот это сделаем. Вот прям примерно вот так вот раскидаем. Я думаю, прям сам раз будет. Итак, ну что, поехали. Блин, драться против гарпа. Единомаха. Так, ну что, деремся против дозорных. О, новый корабль. Какой, говорит, клевый. Так, ну что, на нас начинает наступать. То есть наша боевая задача сейчас отразить нападение. Ну и, соответственно, набирать Кизуну до встречи с гарпом. Ого, ивент какой-то уже. Так, наша боевая задача сейчас убить всех капитанов. Они отмечены все у нас на карте. Зоро прям вообще крошит всех. Ой-ой-ой-ой-ой, гард начал ядром кидаться уже. С самого начала. Сейчас на ком-нибудь проверим нашу максимальную коронку. Тут у нас кто-то с кем-то деремся. Но у нас, видите, уже прям полно. Вроде как должна быть доступна, верно? Ну да, есть такое дело. Ашура. Просто сразу убила. Вообще клево. Так, ну что, давайте здесь пока захватим. Нормально. Сейчас у Луфи будет скоро Кизуна. Будем применять его тоже нещадно. Давайте применим. Потому что чем больше мы применять, тем лучше и быстрее у нас. Ого. Нужно побыстрее как-то ускорить, потому что нашу главную территорию начали открывать. Коби появился. Кстати, и с ним против тоже придется драться. Сейчас мы до него пойдем. Сейчас как-то только здесь сначала все раскидаем. Блин, офигеть. Зоро стал прям очень жесткий. Вы посмотрите, он просто никого себе не подпускает. Очень здорово. Есть, я успел применить хоть куда-нибудь коронку. Ну, да. Завезли ее в пустоту. Ну, лучше ничего. Ладно, пошлите на юг. Здесь по дороге захватим базу. И дальше я хочу убить Коби. Ну, как убить, извиняюсь. Убить-то мы его не можем, да и не нужно. Луфи с кем-то дерется. Куда делся Коби? Эй, говорит, кто ты такой, говорит? А, он же чего не узнает его? Он узнает его только после того, как победит. Ну, против Зурота. Там, правда, еще один был, его напарник. Блин, смотри-ка, у него жизни довольно много. Ого. Сделаем еще одну короночку. Кстати, надо переключить за другого, потому что нам Кизуну нужно равнять. На всех персонажей. Сейчас нам будет Санджи помогать. Ой-ой-ой-ой, там наверху нас сами победили, и слава богу. Ты смотри какой, а? Коби, ты сильный. Заметно сильнее простых капитанов. Ну, давайте. Его реально сложно поймать, он использует Сору. Так, пока он здесь, применяем опять Ашуру. Я Ашуру буду применять просто часто. О, 500 тел нарубили. Так, нормально. Есть, и получили коин. Кто ты? Это же я, Коби. Вы что, забыли меня? Коби? Тот самый Коби? Но ты был маленьким и пухлым. Теперь я новый Коби. И я иду к своей мечте. Серьезно? Как же ты оказался вообще на Гранд Лайн? Я еще пока не офицер. Но сейчас я помогаю вице-адмиралу Гарпу у него на тренировке. Да, это тяжело, но, по крайней мере, как только я узнал, что вы здесь, я тут же прямиком двинулся к вам. Вы знаете, как называется вторая половина Гранд Лайна? Новый мир.
Это последняя степень моря, которую преодолел, взял под контроль король пиратов. Новый мир. Так, ладно. Давайте бандану, что ли, оденем. Во! Сейчас будем. Отлично. Блин, что-то больно здесь дофига. Я предлагаю использовать Кизуну. Тем более теперь с банданой. Ну что, поехали. Последний как раз остался у нас тут. Сейчас всех зашинкуем здесь. Ой, что-то как-то кончился капитан очень быстро. Так, здесь у нас еще один капитан. Сейчас мы его тоже забьем. Где он есть? Вон он. О, сапер. Такой сапер. Это не случай мне типли с дьявольским фруктором этого... ягода. Был такой, по-моему, еще. Но хотя я могу ошибаться. Там вон... Надо. Туда, 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 туда. Есть. Вот так вот. И как раз сейчас, может быть, территорию захватим. Ну, не захватим, но, по крайней мере, половину смело возьмем. Да. Они вот даром взяли территорию. Замечательно. Переключаемся за помощники Робина. Ну, пока что идем... Все нормально, идем сверху вниз. Нормально. Скорее бы новые костюмчики еще появились. Красивый удар делает этот вот особым приемом. Так, что-то капитаны какие-то тоже жирненькие пошли. О, кстати, у нас там это, появились союзники, что ли? Это, по-моему, от Фрэнки, да, еще нам? И он идет к нам. Не помню я такого, на самом деле. Но, по-моему, действительно кто-то из команды Фрэнки. Здесь же у нас база. Слушайте, надо базу захватывать. Я думаю, что они не кончаются? Этих бьешь, бьешь пиратов. Обалдеть. Ну, где капитан? Где бас-команда? Вот он. Нормально. Так, вторую базу у нас там уже сами ребята захватили, молодцы. Сейчас надо вот Кизуну приметь прям. Так, ладно. Давайте-ка применим короночку. Пока одинарную, без Ашуры. Кто это? О, Фрэнки прыгает здесь. Разрушил стену. Нормально. Блин! Такая толпа. О, два дозорных сразу. Луфи, ну куда ты их так далеко? Чувствую, ему тоже надо помогать. Так. Все, делаем Кизуну за Робин. Сейчас будем всех убивать. Робин вообще прям очень сильно радует. Нормально. Ох, Робин там всех тоже ломает неплохо-то, а? Нормально. Сейчас мы капитана все-таки положим. Там вон еще одна база, которую надо захватить. С нее тоже сыпется. На коронку надо применить на локации. Так, пошли здесь пока бегом завалим базу. Нормально. А здесь у нас рядом локация, которую тоже бы надо захватить. Всем привет. Давно не виделись. Ну тут одним ударом локацию не захватим, людей слишком мало. Ну половина, я думаю, будет точно. Так, ну давайте здесь подождем. Где же сам гарп у нас? Где-то он, наверное, далеко. Так, сейчас. Так, как бы нам сюда привлечь дозорных еще? Так, почему мне чупер нужен? В качестве помощника, потому что нам ему еще нужно набрать Кизуну. Нормально.
Так, у кого-то там начинаются проблемы. Так, все, локация наша. Блин, рановато я сделал Ашеру. Что-то я думал, что он поближе будет. Где же Усоп? Я очень жду, пока появится сам Усоп. Иди сюда. Ну, Фрэнки, благо, вроде бы цел там. Я просто больше всего переживаю, что сейчас начнем, надо будет ему очень сильно помогать. Так, давайте опять бандану оденем. Во, нормально. Мне с ней как поспокойней. Блин, опять там база захвачена. Я думаю, откуда опять рожаются капитаны? Не успеваешь их зачищать прямо. Давай. Да блин, сзади там кто-то, а? Стопудов опять капитан тут. Ну да, так я и знал. Ну какой, а? Ты смотри. Тебе все равно ничего не светит, мужик. Нормально. Так, все, здесь надо захватить. Вон там внизу еще база. Все, у меня на базе аллергия. Притом очень острая. Потому что они сейчас пойдут на эту локацию захватывать, а мне этого очень-очень не хочется. Здорово. Блин, территория становится желтенькой. Мне это не нравится, нейтральная территория. Почему? Так, минус. Капитан помер, эти все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Панти слабеет. Сейчас, сейчас приду. Сейчас, мужик, приду. Я не знаю, кто ты и что тебе нужно, но ты что-то здесь слабеешь. И у меня почему-то Фрэнки здесь стал этот... атаковать его. Я не знаю почему, но как-то стал. Так, Фрэнки, ты чё против нас? Вот так вот пришли и просто разом всех закидали. Хорошо. Захватываем здесь локацию. Там у нас капитан еще один остался. Потому что с этой локации тоже бежит народ, и он мне очень здесь не нужен, кстати. Нормально. Так, он побежал туда наверх. Его надо сейчас защищать будет. Я так полагаю, ему нужно добраться до нашей стартовой локации. Наши там все сражаются и скоро начнут слабеть, что печально. Оп, перный бабай, ты что там далеко оказался? Сейчас здесь зачистим, а потом пойдем наверх. Внизу капитан откуда-то появляется. Откуда вас столько? Чертов Сенгоку? Какого черта он вообще думал? Ну, на самом деле, он говорит, что проблемы все из-за вашего внука. Да пусть он свой рот заткнет, говорит. Я сам все всем разберу. Эй, Луфи, ты меня слышишь? Это твой дед. Прости, говорит, но мне придется пустить ваш корабль на дно. Чего? Что? Ты не можешь этого сделать. Ну попробуй остановить меня. Япона-ма, сейчас еще на время все пустят. Это же вообще будет не круто. Ну давайте, давайте уже захватывайте территорию. Вы мозги мне только морочите. Не хочется проигрывать, конечно. О, Фрэнки снова за нас. Ну, слава тебе, боже. А, господи, я понял, в чем дело. Вор Фрэнки. Они там у Фрэнки эти трусы украли. А Фрэнки пытается восстановить. У нас слабеет чоппер. Реально не круто. И, конечно же, когда я делаю коронку, тут не поймешь, что происходит. Что это такое? Откуда это они? Нормально. Так, все, без капитана они здесь все сейчас сольются довольно быстро. Все, мне нужно отсюда валить. Реально, все, валим отсюда. У нас там слабеет чоппер. Прикройся чем-нибудь, точно. Они же у него плавки своровали, чтобы его перевлечь на свою сторону. Так, чоппер слабеет, я к чопперу.
Господи, не город, а целая развалина. Да я понял. Я бегу к Чопперу. Бегу. Чоппер, реально. Ну потерпи чуть-чуть. Рамблбол скушай, я тебе разрешаю. Ей-богу. Так, где он? Вот он. Нормально. Так, тут у нас все нормально. Этих раскидали. Здесь надо базы захватывать, если таковые рядом есть. Пока не вижу. Есть Кизуна. Я чувствую, сейчас будем ее применять. Прям нещадно так применять. Потому что здесь вообще какой-то кошмар организовался, пока меня здесь не было. Нормально. Да иди ты нафиг, блин, а. Жизнь отнимает, ты смотри, сколько этих. Дозорных надо бить, они очень мощные. То есть, если одного такого нормально. Да иди ты в баню. Ты смотри, что делает. Да ты смотри, какой злой, а. Неужели? Ну вот, у меня там базу еще захватили возле моей стартовой. Вообще не круто. Так, вот здесь сейчас захватим, потом побежим, наверное, туда. Нормально. Здесь раскидываем всех. Луфи теперь тоже у нас, кстати, на втором гире, так что это очень круто. О, красиво сделали короночку, сейчас прям положим нормальное количество людей и захватим локацию сразу. И все будет круто. Круто. Так, давайте прям по-быстрому сейчас сбегаем туда. Я хочу убить там базу, потому что она мне... Блин, опять там Фрэнки. Сокровища здесь. Они там все с заплавки борются. Ничего. Сейчас все будет нормально. Сейчас я здесь захвачу базу, убью вот этого командира, который здесь не, вообще неизвестно откуда появился. Вот он. Нами, а нами, в принципе, его убьет, конечно, но... Где база. Вот она. Блин, чуть-чуть не долетел до нее. Давай. Нормально. Все, еще живой, что ли, здесь? Все, можно бежать. Надо по дороге где-нибудь еды какой-нибудь найти, мясо. Потому что что-то прям совсем все плохо стало. Так, блин, надо идти плавки выручать. Да я тебя понял, я бегу. Кстати, у меня Кизуна там была за Чоппера, по-моему. Блин, карта куда-то пропала, нечаянно вырубил. Сейчас, я здесь базу по дороге захвачу. У меня на них аллергия. Есть. Иду. Сейчас трусы поможем взять. Нормально. Все, с Кизуны мы сейчас тут всех раскидаем. 2500, кстати, уже нарубили. А здесь, кстати, клан Фрэнки. Фрэнки самого здесь нету. Я вообще ничего не вижу, просто какие-то тела. А, вон Фрэнки там. Давай. Нормально. Пока у нас еще идет Кизуна, давайте здесь рядышком все это дело зачистим. Где у нас север? Вот, сейчас... Блин. Ну, где? О, бля. Сюда. У меня идет Кизуна. Я хочу прямо ее применить на верхнюю локацию. Видите, сколько народ с ней бежит? Очень много. Это все дозорные. Кто у нас тут? Вот так вот сейчас сделаем. Блин, там что-то у нас остров наш главный слабеет. Судя по всему. Короче, надо поторопиться. Блин, миссия оказывается сложнее, чем я думал прям. Сейчас, я стараюсь. Есть. Так, давайте здесь по-быстрому что-нибудь съедим. Мясо. Апельсины тоже пойдут. Блин, откуда здесь еще столько дозорных-то, а?
Зоро прям вообще клевые атаки, я прям тащусь с него сейчас. Что такое? Блин, он опять путь режет, Фрэнки. Где он на этот раз? Так, хорошо, погнали. Это лока... В принципе, все локации наши. У нас против нас только лишь несколько этих капитанов. И то он, они их прям успешно их сейчас все наши забивают. О, миссия выполнена. Все, плавки принесли. О, Фрэнки появился, ты смотри, а? Отдайте, говорит, мои плавки. Слушайте, если присмотреться, он сейчас правда без плавок? Или хоть анимацию сделали какую-нибудь ему? Ну вообще, да, без плавок, смотрите, у него там эти обоймы висят. Патроны или колу там у него висит, ну типа того что-то. Нормально. Так, где он? Вот он. Интересно, а с Гарпом надо будет еще драться? Мне кажется, что здесь Гарп, наверное, тоже еще появится. Нормально. Все, сейчас короночкой... Ну, нет, коронку его не добьем, но почти. Есть. И коин получили еще с него. Дозорный здесь опять откуда-то организовался. Но у нас теперь сила уже большая. Фрэнки, если хочешь свои плавки получить, ты должен стать нашим накама. Ты идиот. Я не могу просто так к вам присоединиться. Я всего лишь судостроитель. Ну, типа, того. И этот корабль — мое последнее творение. Мой корабль мечты. Интересно, Робин здесь его будет пытать так жестоко? Подожди, Фрэнки. Это еще не твой корабль мечты, нет. Он должен не просто бороздить океаны и моря. Он должен выиграть любой схватке. И только когда ты сам все это увидишь, это и будет означать, что ты сделал свой корабль мечты. Что ты имеешь в виду? Ничего. Я думаю, что этот остров лишь, ну, собственно говоря, безмотивированно держит тебя. Забудь себя прошлого, Фрэнки. Зацензурили они его. Что? Вещи его собрали. Нам действительно это тяжело, но мы думаем, что ты должен это сделать. Я же ваш лидер, говорит. Вы без меня вообще ничего не сможете. Простите, босс. Но мы должны это сделать. Мы не хотим стоять на пути вашего величия. Фрэнки всегда так забавно плачет, не могу. Ревет, как белуга при малейшем поводе. Давай, Фрэнки, залази на корабль. Не будь так самоуверен. Это замечательный корабль. И без меня вы там все пропадете. Ну, похоже, у меня нет выбора. После всего этого Фрэнки становится... Yeah!
корабельным инженером, ну или как он там назывался, плотником, судостроителем. А, все не то. Я скоро вернусь. Так, ладно, продолжаем. Я так понял. Ой, на этом еще не закончилось. Мы еще с вами не закончили. А что нам еще осталось-то сделать? Задание как такое. Усоп появился. Там появился усоп. Усоп пришел. Отлично. Давайте его увидим. Подождите все. Мы не можем просто так взять и принять его. После всего того, что случилось, он так легко не отмажется, Луфи. Он должен доказать, что он будет с нами. А теперь все послушайте. Ты все еще... он говорит, что... Ты все еще капитан. И если ты так опрометчиво поступишь, ты и не, им больше не будешь. А он типа говорит, вот, если ты возьмешь просто так, проигнорируешь такие серьезные правила, то я забуду обо всем этом и просто уйду. Подожди, Зоро, говорит, ну мы же не можем так плохо поступить. Он же вернулся. Мы можем выслушать его. Не все так просто. Нельзя так просто взять и уйти из команды. Мы здесь не в игрушки играем. Усоп сам прекрасно знал, на что он шел. Он прав. Мы не можем так просто взять. Давайте пойдем и просто будем ждать Усопа, чтобы он сам пришел. То есть мы не должны за ним. Нужно помочь Усопу, миссия. Так, а кто нам будет в этом мешать, мне интересно. Почему я, кстати, там с локацией? Че она мне моргает уже красным? Все, совсем все плохо? Локация вся при смерти. И что это такое? У меня осталось лишь этих двое. Так, у нас есть мясо. Все, статанули. У нас осталось два лидера. Как только лидеры пропадут, то все. Робин покинула? Почему Робин нас покинула? А, и нами тоже. Они пошли уже на корабль. Так, лидер здесь пропал. А, здесь впереди будет сейчас база у него на пути. Давай, Усоп, давай, давай, шевели булками. У нас реально времени нет, у меня там база уже вся разбита. Времени слишком много ушло. Давай, 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 давай. Хорошо, что мы здесь свое время здесь внизу все зачистили. Давай, 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 давай. Эй, это я, хорошие новости. Я решил вернуться. Я ничего не слышу, говорит Луфи. Эй, Луфи! Все вы, хорош! Блин, налево! Давайте там быстрее! Все, короче, вот так делаем. Давайте, давайте, давайте. Нам же все заново начинать придется, если мы сейчас проиграем. Нормально, нормально, нормально. Так, Усоп пошел у нас в другое место. Так, бегом здесь базу валим. Бегом, 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 бегом. На пути ни одной базы не должно быть. Давайте нам еще гарпу сюда до кучи засадите. Так, ладно, тут все нормально. Сагикинг, он превратился в Сагикинга. Клево. Так, ладно, погнали. Каким образом он пойдет? Он пойдет, скорее всего, здесь. У меня сейчас пройдет Кизуна, ну и черт с ней, у меня выбора нету. Успел, не успел? Ага, успел сделать. Может быть, даже базу сейчас сразу завалим на ходу. Ну, все впустую не прошла, и то хорошо. А, нифига, не заделай. Ну, в принципе, задел, но не убило.
Нормально. Тут капитан. Нормально. Давай, Усоп, давай, 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 давай. Ну, шевелись, шевелись, шевелись. Где ты есть там? Уже где-то застрял. Так, тут база. Бегом, 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 бегом. База атакуется наша. Тянуть время вообще никак нельзя. Ну, что ты там опять застрял-то? Давай, 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 давай. Шевелись, 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 шевелись. Почему я бегаю намного быстрее тебя, Усоп? Давай, тут Санджи. Я просто пошутил, когда уходил из команды. Я не это имел в виду. Ничего не слышу, говорит Санджи. Эй, ребята, прекращайте уже это. В кого он стреляет? Там нет никого. Аокидзи? Где Аокидзи? Аокидзи внизу. Вы как хотите, я побежал к Аокидзи. У меня, конечно... иди же, пассати же. И там еще Коби пришел. Мне нужен Аокидзи. Я хочу с ним посражаться. Сейчас посмотрим, как на него Ашура подействует. Главное, грамотно и примечать, чтобы он к ней не увернулся. Вот так. Так, ну, Усоп вроде бы там добежал, все. У нас, короче, его убивать не обязательно, но как бы надо бы. Для ивента, я так полагаю. Потому что... Давай, давай, Усоп там. Нормально. Так, что у нас там больше негде? Нет. Блин, сейчас Кизуну бы пригодилось не просто бы, а просто очень бы пригодилось бы. А у Кити вообще-то здесь не быть не должно, но... Давай, 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 давай. Есть. Усоп добежал. Но я не успеваю убить Аокидзи. Нет, нет, нет. А, нифига себе урон он мне нанес. А, он логией стал. Он стал логией. Нет. Нет, 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 нет. Блин. Нет, 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 нет. А, блин, да меня сейчас убьет таким образом. Тихо. Рулим отсюда. Рулим, 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 рулим. Аокидзи вообще с ума посходил. Так, благо здесь вроде мясо почти нигде не подбирал, так что... Где еще мясо? Где? 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 Там он был, на той соседней базе. Ага, два раза. Опять дозорные разродились, а? Да что же они делают-то? Мне нужен Аокидзи сейчас. Блин, атака на 30 секунд. И зачем она мне? Блин, СП-шка. И здесь больше ничего нету. Коби? Нет, Коби, извини, ты мне не нужен. Вот, блин, а. К Луфи все, побежал. Луфи сейчас проиграет. Иду, 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 Луфи, держись. Давай, не надо, а. Как назло, мяса нету, а? Да что ты будешь делать? Давай, давай, Луфи, держись. Есть. Ой, мы получили, кстати, это с вами. Боже мой, получили с вами Кизуну. Ну, с такими жизнями на Аокидзи лезть, это вообще на самом деле самоубийство. Нам нужно победить Гарпа. Но мне как-то, я понимаю, что... Я применяю Кизуну, попробуем убить. Блин, не хочется помереть на самом деле. Стоп. Мясо. Нет, дрянной кофе. Тихо, уйдем. Уйдем, 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 уйдем. Ну, давай, выходи уже из логи, слушай, а. Твою медь. Он захватил локацию. Бежим, 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 бежим отсюда. Нет. Бляха, тебя аж за ногу-то, а? Вот ты, блин. Где еды взять? Где?
Все опять захвачено, все коту под хвост. Там соседняя локация, там, где он есть. Он тут как раз туда бежит. Мне сейчас мимо него надо пробежать. У-у-у. Тихо-тихо. Не-не-не-не-не-не-не-не, ты меня не трогай. Вон, ящик. Да какая защита? Ну дайте еды, ну не издевайтесь, пожалуйста, надо мной. А он идет просто локации прям одну за одной захватывает. Просто издевается игра надо мной. Где еда? Мясо! Там нет сундука. Вот здесь, я вот здесь вот не бегал. Я вообще здесь не бегал. А он один за одну сейчас захватит. Как его победить, а? В логе так и бегает. Вот ящик, и здесь нет еды, я прокляну все на свете. Атака теперь, вообще огонь, вот просто круто. Вот она мне сейчас не просто не нужна, она вообще мне не сплющилась даже. Твою мать. Я начинаю ругаться, все, извините, я начинаю просто ругаться, потому что, ну вы видите, что это такое? Я уже вскрыл, наверное, ящиков 8. Мяса нету, чем лечиться? Чем? Задницей? Кофе? Конечно, блин, давайте кофе. Апельсины. Вот мне апельсины жизни прибавили-то. Вот я просто в жизнях сейчас погряз. Но благо нас больше не атакует, лишь бы мои там не слабели. Они все подряд захватывают. Все подряд захватывают. Времени все. По времени миссию просираем, если честно. Здесь что-нибудь есть? Ящики. Ящики. Ну дайте ящики, ну пожалуйста. Короче, ничего нету. Все везде пусто, все везде сожрали. При том, что я помню, что я поднимал мое мясо, по-моему, только один раз. Один. Апельсины. Вообще круто. Это мне просто так не везет на еду или что? Так, вот здесь пошли в ящик, сейчас нету. Я буду до последнего пока искать. Время вроде есть, мои не подыхают. Может, здесь еще есть? Может, на стартовой локации будет у нас там точно, наверняка какие-нибудь ящики валяются. Надо только придумать, как Аукиди выводить из этого чертова дрянного режима. Тут ничего нет. Вот ящик. Ну, защита, да. Зачем нам мясо? Зачем? Нет, нам не интересно это. Пошли, что ты стоишь? Гарб бегает. Не, Гарб, ну тебя в баню. Сейчас вот это захватим, чтобы тебе тут не так легко все было. Усоп схватился с Гарпом. Вы что там, сам? У Гарп вообще туда забежал. Слушайте, а мне здесь вообще, он же сейчас захватит локацию. Ладно, ладно. Ну, похоже, не судьба мне сейчас убить Паукиди. Я без жизни его не убью, а я все эти обошел. Тихо. Ого, без сознания. Так, валим. Я, значит, буду потом отдельно переигрывать миссию, чтобы убить Аукидзи, но пока что я не могу этого сделать. Ну, жизни нету. Тихо, спокойно. Сейчас он там, Гарп отпсихуется. Гарп вошел в режим героя, это очень плохо. Тихо. Где я? Что я? Есть. Я начинаю переживать. Кизуны не хватает. Как я не знаю кого. Ой, мне прилетело. Фрэнки, где здесь слабеет? Да отойди ты. Где он? Вот он, есть. Кизуна. Блин, без жизни. Я вообще без жизни. У меня сейчас одним ударом прихлопнет. Тихо. Спокойно. Единственный способ сейчас сделать. Давай. Это сделать вот так. Если мы сейчас его добьем, это будет реальное чудо. Я без жизни. Давайте, ребята. Фу. Ну что, мы справились. Единственное, конечно, Аукидзи я так и не победил. Но я уверен, что это, наверное, он нужен был для ивента. Но вы видели, он в режиме... Господи, в режиме логи с двух ударов меня чуть не убил. А без жизни я ничего сделать не смог.
Ну ничего. Потом обязательно допройду, получу это все это дело. Здесь надо, видать, уровнем быть все-таки повыше. Чтобы прям хорошо пройти эту. Ну, по крайней мере, получить легенду самую максимальную. Неужели, говорит, вы решили оставить меня после всего того, что было? Простите. Мне действительно очень жаль. Я был неправ. Я не говорил этого раньше. Но я на самом деле не уходил из команды. Неужели вы не смогли это забыть? Неужели слишком поздно? Пожалуйста, возьмите меня с собой. Я хочу снова стать вашим накама. Диод, говорит, хватайся быстрее. Какие же вы олухи. Наконец-то вся команда в сборе. Корабль, который обойдет 1000 кораблей. Хорошее имя. Да уж, действительно, это ему очень подходит. Итак, все приготовьтесь к скачку. Полетели. Смылись. Этот корабль может все то же самое, что и мог Мэри. Можно сказать, дух того корабля перешел в этот корабль. Круто. Красиво сделано. Итак, ну что, давайте посмотрим. Я уверен, мы наезд не сделали. Ну, видите, по времени завалили, потому что, ну, действительно, бегали минут 10, наверное, только... Ну, ладно, не 10, но 5 мы бегали, только искали жизнь. Знал бы, я бы даже не бегал, бы даже не пытался. Ну, моя совесть чиста, я реально сделал в прошлой миссии все, что смог. Ну, ничего страшного. 32 уровень получили. Ну, легенда большая не будет, потому что мы на S на все 3 не справились, но тем не менее. Ну, вполне неплохо. На 50%. Я уверен, там, если Аукиди победить, то есть там, насколько я знаю, надо переиграть миссию, будет за Робин. И тогда у нее появится, по-моему, еще одна сильная коронка или типа того что-то. Так, смотрим, что мы еще получили. Нормально. Да, для Робин там очень много коинтов было, но для Зора, я смотрю, тоже что-то. Да, давайте раскидаем. Повысили защиту. Так, и получили новую способность для Зоро. Клево. Заработали денег. Фрэнки теперь доступен нам во фрилоге и дримлоге. Посмотрим, какая будет следующая миссия, и я думаю, будем заканчивать на сегодня. Приключения на призрачном острове. У нас начинается зомби-серии. Ну, собственно говоря, это будет уже все в следующий раз, но я уверен, это будет клево, потому что у нас впереди новый накама, клевый Брук. Итак, ну что, давайте на этом закончим, было здорово, мне очень понравилось. Спасибо всем, кто меня смотрит, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, давайте всем спасибо, всем пока. One that you wanna listen to. Listen to me, listen to me, listen to me now. One that you wanna listen to.